В этом благословенном городе в далекие времена жили два брата. Старшего звали Кассий, и был он богатый купец. Много забот обременяло Кассима. Нужно было следить, чтобы опахало ходило плавно и, не переставая, навевало прохладу. Нужно было каждое утро пить сладкий шербет. Нужно было зорко следить за поваром, чтобы он ароматный запах его курицы не нюхал. «Эй-эй!» — крикнул Кассий. «А у младшего брата Али-Бабы? Да какие заботы могут быть у бедного дровосека? Отец оставил ему в наследство только осла и старый топор. И все же их мать жила не у богатого Касима, а у бедного Али-Бабы. Так не только в сказках случается. В доме у нас нет ни зернышка риса. О, матушка, с таким помощником мы сегодня столько дров привезем, что хватит на целый мешок риса». «Мешок? Тогда заодно и курицу прикупи. Я приготовлю такой обед, какой тебе и не снился». «Хорошо, матушка, хорошо. Обязательно куплю и курицу». Подходящее дерево. Осел ничего не сказал. У него на этот счет были свои соображения. Если и дальше так пойдет, нелегок будет его обратный путь. Вдруг появились разбойники. Они не только грабили, но и угоняли людей в рабство. «Сим-Сим, открой дверь!» — крикнул одноглазый атаман, и скала открылась. Ровно 40 разбойников въехали в пещеру. Никогда не мог бы подумать Али-Баба, что Сим-Сим — это безобидная травка, из семян которой выжимают масло, обладает такой волшебной силой. Невольники. А может быть, в пещере остались другие пленники, и Али-Бабе удастся их вызволить? «Уважаемый Сим-Сим, не будешь ли любезен и для меня открыть эту скалу?» Но скала не двигалась. «Уж если ты хочешь, чтобы скала открылась, говори слова, какие произнес атаман», — мог бы сказать осел, но промолчал. Не любил он высказывать вслух свои мысли. Но Али-Баба все понял. «Сим-Сим, открой дверь!» Немало награбили разбойники. Какого добра тут только не было. Перестал ли я быть дровосеком? Ха, нет, этот халат не по мне. Много дров в нем не нарубишь. Жаль, что нету здесь обыкновенного топора.
И Али-Баба решил взять один мешок золота, чтобы купить себе топор, а заодно устроить пир для всех бедняков города. Сим-Сим, открой дверь! Только не придет в голову старой матери в ожидании любимого сына. Сын мой, о радость очей моих, ты и вправду привез целый мешок рису. Значит, не напрасно я выпросила у Касима казан для плова, засуетилась мать. Тут, матушка, все, и отборный рис, и сладкий кишмиш, и жирные куры. Подставляй казан, я насыплю тебе рису. О, несчастный мой сын, уж не ограбил ли ты кого-нибудь, встревожилась мать. Али-Баба рассказал матушке про волшебную пещеру, и стали они заполнять золотыми динарами все имеющиеся в доме сосуды. На другое утро, отведав вкусных кушаний, Касим решил заняться одним из самых важных своих дел. Вздремнуть. Ай-яй-яй, как бы матушка не нарушила сон своего богатого сына, возвращая ему закопченный казан. Так и есть. Уж не прожгла ли она его? Бедные люди не умеют обращаться золотыми динарами, и к жирному дну казана один из них прилип. Так вот какой плов варили они в моем казане. Эй, кто там? Помогите мне скорее встать. Где ты взял столько золота? Али-Баба нашел пещеру, полную сокровищ. Он и тебе принесет мешок золота. Мешок? Нет. Я хочу много, много золота. Чуть не задохнулся Касим. В пещере тебя поймают разбойники и убьют, сказал Али-Баба. Но когда Касим видел блеск золота, он терял равновесие. Говори, где пещера, иначе я донесу на тебя. И тебе... отрубят голову. Хорошо, согласился Али-Баба. Пойди к высокой скале и скажи волшебные слова. Сим-сим, открой дверь. Запомни, это растение, семян которого выжимают масло. А Али-Баба с мешком золота спешил на базар. Как же, ему нужно купить новый топор и самый большой казан. Ведь матушка обещала накормить пловом всех бедняков города. Первый раз вижу я, чтобы купец сам портил свой товар. А ведь твой товар самый ценный на свете. Сколько ты хочешь за него? А это смотря по тому, что ты выберешь. Есть подешевле, а есть и подороже.
подумал осел и чуть не сказал: «Ай, Али-Баба, берегись такого взгляда!» Но не в его правилах было вмешиваться в дела хозяина. «Я выбирать не буду! Сколько за всех?» «Если заплатишь мешок золота, забирай всех до единого!» И никто не ожидал, что Али-Баба скажет: «Хорошо, я заплачу». «Снимайте с них цепи!» «Идите по домам, вы свободны!» Тем временем Касим спешил к сокровищам пещеры. «Сим-Сим, открой дверь!» Али-Баба швырнул и мешок к ногам жадных купцов. И вдруг, по знаку на мешке, разбойники поняли, что это золото из их пещеры. «Зачем звал нас Мухаммед?» И Мухаммед с гневом рассказал своему одноглазому атаману, что тайна их пещеры раскрыта, их ограбили. Ну, а городская стража, как и водится, прибежала последней. Хоть в душе мать и гордилась благородством своего сына, но всю дорогу ворчала, ведь в доме, как и прежде, не было ни горсти риса, а из топора супу не сваришь, хоть он и новый. Не тужи, матушка! А ты почему идешь за нами? Мне некуда больше идти. Возьми меня служанкой в свой дом, добрый господин. «Господин, какой я господин?» — усмехнулся Али-Баба. «Мой сын простой дровосек, и служанка нам не нужна. Если хочешь, оставайся в нашем доме, как своя, ведь ты сирота». «Ну что же», — сказала Али-Баба, — «до сих пор мы делили нужду на двоих, теперь мы ее будем делить на троих, и доля будет поменьше». «Эй, конопля, ну-ка открой дверь!» «Нет, не конопля, а как это? Овес! Овес!» Но скала не открывалась. Сердце у него остановилось. «Ячмень, открой дверь! Пшеница! Проса! Горох! Горох!» «Забыл».
Вот он, вор! Не убивайте! Я не виноват! Это Али-Баба! Это он научил меня! Завопил Касим. Кто такой Али-Баба? Мой брат. Он плохой человек. Он украл у вас золото и увез его на 10 мулах. Аллах тому свидетель. Ты можешь показать, где он живет? А кто это может сделать лучше меня? Обрадованно произнес Касим. Скорее дайте мне коня, я сам отрублю ему голову. Атаману сразу полюбился человек, который так охотно предает родного брата. Он даже хотел в знак особого восхищения отрубить ему голову, но нужно было найти вора. Веди! Касим указал на дверь дома Али-Бабы. Но дверей было так много, и все так похожи одна на другую, что Мухаммед решил применить хитрость. Вдруг послышался насмешливый голос. Здесь тоже крест. А вот еще, вот так. Рассмешил рыжего разбойника еще один крест. И оказалось, что на всей улице нет ни одной двери без такого креста. Атаман не любил, когда его приказ выполнялся плохо. А чтобы дважды не вытирать саблю, атаман заодно отрубил голову и Касиму. Кто еще из вас пойдет и отыщет дом Али-Бабы? Он знает тайну нашей пещеры и может донести халифу. И тогда сабли халифской стражи пощекочут наши шеи, произнес разбойник Осман. Вот так. Ни под саблю халифа, ни под саблю атамана разбойники не хотели подставлять свои шеи. И только один из них решился идти. Не напрасно же его звали Ахмед Сорвиголова. Все разбойники охотно согласились с этим. «Ступай!» — приказал ему атаман. Притворившись незрячим, ранним утром пришел Ахмед на базарную площадь к башмачнику и сказал: «Добрый человек, я ищу своего брата. Он недавно купил рабов и заплатил за них чистым золотом». «Человека, который купил свободу невольникам, зовут Али-Баба». «Вот его-то мне и надо», — обрадовался Ахмед. «Я дам тебе золотой динар, если ты мне покажешь его дом». «За какие деньги я должен трудиться целый месяц? Держись за мое плечо, и я приведу тебя к его дому». «Вот дом Али-Бабы». И поставил на двери хитрый Ахмед маленький незаметный крестик. Но даже 10 000 хитрых разбойников не смогли бы перехитрить такую женщину,
как Марджана. Да никто уже впредь не называл Ахмета «Сорвиголова», потому что головы у него больше уж не было. И тогда атаман решил сам отыскать дом своего врага. Тебе нужно починить обувь? Нет, я ищу своего брата. Я дам тебе 2 золотых динара. Понимаю, понимаю, кого ты ищешь. Велик Аллах, он наградил Али-Бабу братьями, что их и не сосчитаешь. Пойдем, я охотно покажу тебе его дом. А придут ли другие братья? Нет. Жаль, жаль, что не придут другие братья. Атаман просто отсчитал дверь дома Али-Бабы. Открой дверь! Разбойники, вы все хорошо умеете убивать и грабить, но никто из вас не смог бы придумать такую хитрость, какую придумал я. Слушайте! Поздним вечером большой караван, нагруженный сосудами с дорогим маслом, вошел в городские ворота. Вот так, мог бы сказать Осман, приехали. Одноглазый купец, который привел этот караван, попросился на ночлег в дом Али-Бабы. Марджана где-то видела этого одноглазого человека, но никак не могла вспомнить. «Я беглый дровосек», — сказала Али-Баба, — «но места хватит. Эй, Марджана, посади на цепь собаку». А ты, матушка, подумай, чем угостить путников. Благодарю тебя, добрый человек. Пусть Аллах исполнит твои желания, как ты исполнил наши. Увез из нашей пещеры золото на 10 мулах, а притворяется бедным. И атаман приказал разбойникам по его сигналу врываться в дом. Слушаем и повинуемся, атаман. Тихо донеслось из глиняных кувшинов. Этот был слишком нетерпелив. А этот просто любил ночную прохладу. И он нашел себе отдушины, правда, снизу? О, матушка, это не купцы, а разбойники. Они хотят убить Али-Бабу. Али-Бабу? Воскликнула встревоженная мать. Задержи, отвлеки их, Марджана. А сама побежала будить жителей города. Осман! Не пора ли проверить, хватило ли корма верблюдам? Осман, понимающе, ответил: пора. Стой, чужестранец, это не та дверь.
вот дверь, которая ведет у нас во двор. Хитер был атаман. Он не догадывался, чем кончится для него этот прекрасный танец. Мы и встретились, одноглазый атаман. Явились у нашего Али-Бабы. «Возьми свое золото!» — гневно сказал башмачник. «Честному человеку оно не нужно!» Стремится к добру и справедливости, тот непременно придет к счастью, как пришла к счастливому концу и наша сказка.